команда Южного федерального университета, та и другая команда в этой игре 17 номером выступает Кирилл Макеев и 19 номер Гарри Новецкий. Но по этажке там защита выносит и удар по воротам. Не торопится, не сейчас. Прекратить синий штрафной, напишите в линии штрафной лицевой. И состав на первых футболках. Штрафной навес. Дорожат мячом, что-то получил как бы скидка и только своевременный выход вратаря Пишерца Олега найдет. Смотрите, казалось бы. А тем не менее мяч прыгнул перед вратарем, угол. Сейф еще ехать штрафную, каждый угловой. Вот на лобках движение кивок головы головы было бы совсем бы неприятно. Теперь продолжает атаковать. Так, обратите внимание, владеет хорошо и 19 нападающий. И вот еще один опасный момент. И вот Питер доносит 15-го номера Кирилла Матвеева. Было несколько опасных моментов, а вот от души счет становится 1-0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Я думаю, вроде бы уже накрывают. А точнее, накрывает уже Ростов. Срезка. Вынос, на самом деле, через центр. Совершенно редкая ошибка. Не надо смотреть так вот руки. Ростов. Сейчас штрафной. Удар в дальний угол. Южного федерального университета. А вот сейчас опас. Ой-ой-ой. Я думаю, Волки находился ближе к воротам. И поэтому в связи с этим удар да, будет все более и более очевидным. Сбродов. Навес. Ну, это вот опасно. Снова Сбродов. Ворот, но тем не менее все равно защита позволила в белой форме футболисты из Санкт-Петербурга. Подача. Опасно. Обвертый номер Дмитрий Пелегин. Ну, опережают его. Ошибка. Хорошая. Потом начинается сначала. Счет 1. Естественно. Шансов здесь на развитие атаки не было. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну да, Андрей Устюжанин, ну просто потрясающе. Забирая все свои слова, ну неточных по поводу неточных. Пожалуй, нашел он идеальную траекторию для того, чтобы перебросить мяч через питерского вратаря. Думаю, никаких претензий. В игру вступил номер Чухина. Или все-таки удар? Или все-таки удар? Питерцу обрабатывает мяч, атака продолжается. Опасно! Вот он, великолепно использованный шанс себе. Гол, дважды была возможность, потеряли подключившегося из глубины игрока. Ну а дальше, как вы понимаете, забить мяч с 12 метров, но нужно умудриться, так бы доставлять удовольствие той аудитории, 39. Да, вновь удар, но очень сильно, еще и сейчас бы зацепился этот мяч, это был бы настоящий футбольный трик.